Продолжение темы. Песни военных лет в исполнении школьников звучали в честь праздника Победы на улице воинов-интернационалистов. Помимо этого, волонтеры раздавали всем желающим георгиевские ленточки. Горящие глаза, белые банты и пилотки. На площади вертолета учащиеся и педагоги 25-й школы организовали настоящий праздничный концерт. Я считаю, что это долг, наш долг перед ветеранами Великой Отечественной войны, чтить память погибшим героям Великой Отечественной войны. Приняли участие все, без исключения классы школы. Песни для выступления выбирали классные руководители вместе с родителями. Третий год мы проводим эту акцию именно у вертолета, где каждый класс готовит песню и возлагает цветы. Красные, белые, желтые гвоздики – как символы Великой Победы. Что значит этот праздник, знает каждый люберчанин, даже самый маленький. Это когда наши прадеды и прадедушки победили фашистов. Этой победе участники акции посвятили свои выступления, каждое из которых было по-своему ярким, эмоциональным и запоминающимся. Мария Лапычева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.